было очень тепло, позвонить на эту идею и поддержали. У нас прошел первый концерт 11 марта в Большом зале филармонии. Опять же, при огромной поддержке всей администрации филармонии и ее художественного руководителя. И, как вы знаете, потом, буквально через неделю, начался карантин, концертная деятельность прекратилась. И вот 30 числа наш второй выход на большую сцену. И я не скрываю того, что я очень рад, что все сложилось именно так. Я еще раз хочу поблагодарить и Евгения Дмитриевича, и Юрия Петровича, потому что если бы не их поддержка, этот концерт не состоялось, и мы бы не вышли на эту сцену спустя такой перерыв. Вот. И мы с огромным энтузиазмом, с огромной радостью сегодня провели первую репетицию. Вот даже немножечко у меня вот волосы еще взъерошены после репетиции, и мы с оптимизмом смотрим на грядущие репетиции и с полной отдачей готовимся к выходу на сцену 30 октября. Сейчас большой зал поворот. Да? Вас ловите.